Всем привет, ребят, с вами Тим Кимит, и мы в симуляторе пчеловода, и сегодня я кое-что куплю, смотрите, кто здесь с нами на серваке, Так, два топера у меня тут, да, что-то пишут, опять они, кто они, Окей, ребят, это просто топово, это просто пушка, так, отправляемся, знаешь куда, вот реально, ну, ты понимаешь, да, что я купил, конечно же, по превьюшечке это, но тупо не понимать, мне кажется. Так, сюда упаду, надеюсь, меня не телепортнет. Все, ребят, давайте, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне, кстати, выпал новый амулет, который вы только что видели. Следующее, я не знаю, на что буду копить, наверное, на боты все-таки кокосовые. Диамантовская маска нам пока не светит, потому что, видишь, ты сам бил реальную улитку, и мне прям клей выпал. Я такой, А возможно, кстати, на боты. Но на боты очень жестко, 999 тысяч клея. Ну, можно реально, в принципе, накопить, но что ж поделать. Давай, покупаем. Раз, два, три, с тебя лайкос, с меня масочка, погнали. Все, мы в маске, прикинь. Просто прикинь, мы в маске. Нужно мне что-то, ребят, паролить. Вот сюда выбить. Давай кинем вот так. Я не помню, что у меня здесь был. Но этот мне явно не нужен. Это 100% он мне не нужен. Вот этот. Окей, еще раз ролим. Это тоже не нужен. Вот он есть. Так, на 5000 джелек. Я понимаю, да, что может быть подкопать бы еще что-то. Ну, не-не-не. Сейчас попробуем что-нибудь выбить. Такое вот прям топовенькое с тобой. Может быть, ну давай еще на амулет один, на амулет реально оставим один, попробуем переролить амулет, мало ли, с пассивочкой выпадет. Но пока я не ролю, ребят, потому что смысла нету, очень много нужно будет, чтобы паролить с пассивочкой. Давай включим гифтит с тобой и покидаем. Во-первых, давай я посмотрю, что мне нужно. Так, вот здесь он у меня, по-моему, был, да, вроде бы, да? Да, давай сюда и давай паролим. Я надеюсь, мне какой-нибудь мистик выпадет. Так, этот у нас тоже есть. У нас все вроде бы есть. Так, он есть, нету, есть, нету. Так, давай вот так вот, наверное, все-таки вот так вот как-нибудь мы с тобой встанем. Он, по-моему, у нас есть вроде бы одаренный. Да, вот он, я с него и показываю. Стюборн есть. Этот тоже рядышком есть. Этот тоже у нас есть. О, бэбик одаренный. Так, так, так. А бэбик мне, в принципе, и нужен. Давай тогда, может быть, на место... Да, вот ее, наверное, паролем. Я просто хочу паролить, ребят, вот серьезно. Так, нет, ничего. Посмотрите, сколько реально джелек уходит, просто куча. Так, это тоже нет. И все, прикинь, и все. Давай вот так еще с тобой кинем. Так, надо, наверное, во-первых, эту отключить нам с тобой. Но не переживай, я, если что, выбью в любом случае... То, что мне нужно, если что, я выбью то, что у меня здесь было. В принципе, хасти, да, я выбью. В этом ничего страшного нет. Подходим вот сюда, вот так вот, раз-раз. О, все, мы купили. Сейчас включаем с тобой до леги, получается. И я надеюсь, сейчас я сразу же выбью ее, верну назад. Но почему бы не попытать удачу, да? Почему бы мне не паролить было бы? И мало ли мне бы все-таки мистик выпал бы одаренный. Было бы очень бы хорошо, на самом деле. Давай нажимаем... Мьюзик, а мьюзик нам не нужен, их два, и причем два одаренных ниндзя нам точно не нужен. А, диамантовская, она у нас одна есть одаренная, нам ее хватит. И вообще самая бесполезная Брал Би, вообще не люблю эту пчелу, не знаю почему, потому что от нее толку вообще никакого нету, как такового. Что я еще хотел сделать? Хотел я еще, ребята, вроде бы... Крутануть один раз, да, бот короткий видосик, но это ж просто потому, что я купил. Посмотрю, ребят, что как бот, насколько у меня все поменялось. Вот реально просто из-за этого амулета. Так, один, да, вот. Миллиард у нас есть. Так, а сколько у меня одаренных всего? 32 штук, 32 штука. 32 вида, окей, давай, раз, два, три, нажимаем. И что лучше, что хуже. Blue Pollen, Red Pollen, Critical Chance, Crystal Conversion, Red Pollen. Но, слушай, я не знаю, Blue Pollen, White Pollen, Red Pollen. Ну, старый, как я думаю, намного лучше. Хоть здесь так, и что у нас здесь есть? Типа увеличится. Нет, я все-таки, наверное, вот это ставлю. Пишите, какой я старый или новый лучше, реально, пишите в комментариях. Оставляю, ребят, вот это. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. С вами был Тим, оставайтесь веселыми, счастливыми. И до новых встреч. Yeah.